Всем привет, ребята, и вы находитесь на официальном канале Шарарама. И сегодня мы вместе с вами рассмотрим игровые события, появившиеся во вторник. С вас лайк и подписка, а мы начинаем. Агенты, в Шарараме вновь приключилась беда, а злобный джин вновь хочет похитить солнце. Нужно срочно его остановить. Отправляйтесь на миссию. Найдите джина и заточите его в лампу. А за помощь нас наградят фирменной футболкой Саана Смешарика. Вот так, кстати, она выглядит. А сразу после прохождения миссии можно отправиться на тематическую распродажу, посвященную к началу учебного года. А некоторые из них представлены на вашем экране. Ну а для тех, кто еще хочет отдыхать, подойдет осенний фон «Не хочу в школу», доступный в подарок Шарарам карте на 14 дней. Но поторопитесь, ведь акция доступна лишь до 4 сентября. Ой, чуть не забыли. А в клубном квартале Смешариков ожидает циркач Бумс. Помогите ему собрать нужные предметы, а затем приходите за подарком. Ивент доступен лишь до 11 сентября. И не забывайте забегать на Умную гору и играть в Царь горы. А на этой неделе вы можете побороться за магическую способность и множество других ценных призов. А на этом обзор обновлений подошел к концу. Не забывайте ставить лайки под видео, писать комментарии и подписываться на наш канал, ведь ролики выходят каждую неделю. Кстати, а уже совсем скоро на нашем канале появится премьера нового шоу, которое мы анонсируем в одном из выпусков на этой неделе. Советуем нажать на колокольчик, чтобы ничего не упустить. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!